Добро пожаловать на наше шоу. У нас в гостях Эндрю Брюстер, создатель нового удивительного органического чистящего средства. Расскажите нам о наукочисте, Эндрю. Произносится наукочист. Я так и сказала. Верно. Наукочист, как я его назвал, это экологичное средство, совмещающее в себе естественные очищающие свойства трех возобновляемых ресурсов. Интересно. А именно? Сейчас вы их достанете из вашего волшебного ящика. Кокосовое масло. Кокос. Это кокос. Проверим. Крепкий орешек. Его не просто расколоть. Как я уже говорил, нейтральным считается уровень pH от 6 до 8. Если помните, наукочист показал семерку, то есть идеально. А вот результат у моего конкурента. 9,5. Вам видно? Не знаю, снимет ли камера поближе, но прибор показывает 9,6. Это очень высоко. И вам... Вам скучно, да? Вам стало совсем неинтересно. Вижу, вон дама смс-ки пишет. И вам скучно, а про вас я вообще молчу. Да, презентация фиговая и скучная. И в ней сплошь научные факты, на которые всем плевать. Может, попробуем по-другому? Расскажите о себе, Эми. У вас есть дети или домашние животные? Да, у меня собака и малышка-дочка. Как их зовут? Мистер Пиклз и Габриэлла. Забавно, если у меня будет дочь, я ее тоже назову мистер Пиклз. Тогда позвольте спросить, вы наверняка делаете все возможное, чтобы мистер Пиклз и Габриэлла не умерли, я прав? Разумеется. Вы с помощью подобного средства делаете уборку дома? Берете нечто синенькое, два по цене одного? Совершенно верно. Проблема вот в чем. Эти средства невероятно ядовиты и очень опасны. Я могу показать вам статистику и эксперименты и доказать, что мой продукт не только лучше чистит, но и гораздо безопаснее. Но, как мы все сегодня убедились, это дико скучно. Лучше я сделаю вот так. Не смей мешать эксперименту. Боже мой. Я поражена. Наукочист. Лучшее чистящее средство из существующих. Совершенно натуральный, совершенно безопасный и чистит лучше любого другого продукта на рынке. Если мои конкуренты готовы заявить то же самое, я скажу лишь, приходите на шоу и выпейте свое средство. Но никто не согласится. Кому же охота блевать кровью в прямом эфире? Конец презентации. Наукочист. Безопасный, нетоксичный и освежающий. И стоп. Мистер Брюстер? Да. Вы нас заинтриговали.